Да, ребята, смотрите, вам одному 22 года. Мне 23. 23, одному даже не 22, 21. Да, 21. 21. Что вы в жизни самое хорошее видели в своей? Вот самый позитивный момент вот в своей жизни. Таких было много. Ну, вот самые яркие, самые позитивные воспоминания. Ну, в основном позитивные воспоминания все связаны с семьей, отдых со семьей, разговоры, посиделки, самое такое. А ваши? То же самое, когда приезжал в отпуск к родителям. Самые такие, ну. Ну и логичный следующий вопрос. Что самое негативное вы видели? Здесь, вероятно, на Украине вот эта вот война, то, что вот это под обстрел попадали. 5 minutes later. Путина уважаете? Против его ничего не имею, так скажем. А вы? Как его не уважать, если в 2000-х годах, когда был кризис полный и развал страны, он Поднял сделал, страну. сделал экономику, и мы сейчас, ну как, худо-бедно, но живем. Конечно, правителем хороший человек. Ну, то есть... Правитель хороший, да? Не, и тут вообще не про вашу экономику, не про все, не про А... то, что у вас происходит. Это опять-таки нас практически не интересует. Тут имеется в виду, вы сейчас вроде бы как не поддерживаете уже спецоперацию и понимаете, что она война, правильно? Да, конечно, это нужно остановить, и, конечно, ну, вот эта ошибка, указывать человека есть ошибки, и, ну, это... Вы считаете, это ошибка все-таки Путина Да, начинать? конечно. А вы как думаете? Ну да, даже думаю, то, что не надо было это начинать, сидели бы тихо, мирно у себя, и Сейчас не почему же? сидели бы сейчас вот.